Алоха, с вами Свордфлейм, и наш главный герой-змей говорит всем доброе утро. Погнали!
Опаньки! Все же в этой игре несколько концовок, пускай концовка смерть скудная, поскольку... Но просто главного героя пристрелили, и мы так и не добрались до настоящего змея. До Снежка. Это которая самурайша. И не узнали всю историю до конца, я так предполагаю. Но, к сожалению, начать с этого выбора мы не можем,
только с какой-то части этого уровня мы начинаем. Поэтому на этом моменте тогда я это видео закончу. И в следующем видео будем делать другой выбор. И посмотрим, к чему нас это приведет. Наверняка еще к нескольким уровням. Или к босс-файту. Все может быть. И если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Swordflame. Всем пока!